Всем привет! Выходные уже совсем близко, и самое время задуматься, как их лучше всего провести. О программе, которую подготовили в Самаре, расскажу в нашем обзоре прямо сейчас. Масленица на площади Куйбышева. Массовых гуляний на этот раз ждать не приходится из-за эпид-обстановки. А вот праздник живота точно будет. На самой большой площади Европы организуют большую ярмарку. Блины и сувениры на разный вкус и кошелек. Больше 30 точек. Такого разнообразия еще не было. В Самарской филармонии открылась выставка «Музыка живописи» Жан-Анаре Фрагонар. Его творчество в стиле рококо, как запоминающий закат эпохи барокко, говорят искусствоведы. Многие исследователи отмечают, что его стиль нашел свое высшее выражение. Художник создал более 1000 рисунков и почти 500 картин. На некоторые из них можно будет посмотреть и в Самаре до 30 марта. В субботу самарцев приглашают на выставку Татьяны Казаковой «Сказки лунного кота». Работы в стиле сюрреализм создают добрую и невероятную атмосферу, которая произведет впечатление как на маленьких гостей, так и на взрослых, обещают организаторы. В программе также показ мод и живопись с натуры. Московское шоссе, 205. В воскресенье для самарцев приготовили вечер джаза с чувственной гитарой, глубоким звуком контрабаса и изящным вокалом. Камерное звучание погружает в уютную глубокую атмосферу. На сцене Марвисла трио «Ленинградская 77». На этом же все. Отличного настроения. До встречи!